into myself. What a wonderful world. Всем привет! Привет! Привет, друзья! Привет! Не собирались сегодня снимать. Приехали погулять в парк. У нас такой парк здесь красивый, называется Манита парк. Здесь посажены различные цветы. И когда мы подошли к этим цветам, я поняла, что должна снимать их. Смотрите вот на эти пионы. Короче, чтобы понять, какой размер, вот, допустим, мой кулак. У меня большой кулак. Не знаю, с кем сравнить еще. Вот с камерой сразу. Вот папа и цветок. Размер цветка классный. Как корона. Их можно трогать. Слушай, они такие, такие бутоны толстые, огромные. Смотри, какая тут толстая. Дайте мне. Самое главное, что вот эта вот большая грядка огромных пионов. А где Никита? Раньше не была огорожена. Можно было подойти, их понюхать, пощупать. Можно было внутрь заходить. А сейчас огородили, закрыли, видимо, их ломают. Короче, вот эти парки такие классные здесь. Они бесплатные, их посещение бесплатно. Здесь даже можно вот пообедать, посидеть и ланч поесть. Вот здесь круто. Кто там? Семен Мани. Да, Коля крадется за цветами. Коль, чтобы тебе спрятаться за этими розами. От Семена. Знаешь, какие розы надо? От Семена прячется. Давай пойдем посмотрим больше цветочков. Мы сейчас поем в Петергоф. Мы называем здесь сад Петергофом. Сзади нас люди. Сзади меня. А, то, что сидят? Слышь, они бутылочку привезли. Фужерчики у них там, бокальчики. Я правда, с бутылочкой. А можно в общественном месте? Мне кажется, в этом нет ничего. Это же они не пивась распивают где-то на самое. На день ВДВ. Привет, друзья. Какие дела? Что-то вы уже как-то по-зимнему, ребят. А мы что-то как-то там на горе у себя выглянули, там ветер такой дует, там у нас это, плошку свалило, разбило, мамуся приедет сейчас с работы, будет плакать. Не знаю, как мы ее будем утешать. Что-то понюхай, беленький, очень классно пахнет. Так, я их понюхаю, вот это одно. В России уже срезали все в бесплатном парке. Потому что вот эти прям розы классные. Главное, магазины и так не пахнут, а это прям вот... Сильный запах. Люди настолько себя свободно в этом парке чувствуют. Кто что делает, да? Кто сидит, он отдыхает. Можно полежать. Мы там в кустах проходили, там женщина лежит. Из соседнего вот этого района просто пришли посидеть среди цветов. Это Blantic Ivy, вот это растение. А, это дикий виноград. Поветель еще в России называют. Смотрите, цветы какие красивые, желтенькие. Самое главное, вот тут парк, он огромный, огромная территория. Здесь несколько садов на разную тему. Японский есть, есть розовый сад, сиреневый сад. Потом сходим. Хорошо. А вот тут прям рядом дома, улица дома. И здесь старинные дома и очень дорогие. Здесь считается престижно очень жить. И они красивые. Рядом с парком. И красиво очень тоже. Ворота закрываются в 8 часов вечера. Закрывается, и сюда уже не въедешь. Это боярышник. А? Вот в Америке боярышник растет. Мы иногда рвем, едим. Спелые? Спелые? Созрели, да? Ага, сладкие. Сладкие? У нас возле дома растут, пойдем потом сорвем. Там много есть. Давай заберем. Это рябина. Так, вот мы пришли в Петергоф. Вот здесь оранжерея, она круглый год. Там всякие экзотические растения. Да, гринхаус. А вот здесь наша красота любимая. Здесь запахи обалденные. Опять-таки, все это бесплатно, и можешь здесь сидеть, отдыхать. Вон там столики есть, можно там покушать, посидеть. Скамеечки. Никита, а ты видел, как девочка делает, съезжает? А? Ты так будешь делать? Раскрепощенные американцы, да? Короче, здесь всегда фотографируются на свадьбе. Красиво очень. А жених такой лохматый. А я ничего не вижу, потому что у меня очков нет. Понятно. Жених из Битлов, да? В стороны смотрим, как Мань, здесь... Ты что ли поедешь? Ты что, ку-ку, мальчик? Ты уже вышла из того возраста. Что, Лиза уже скатилась, да? Я просмотрела. Началось. Все, пойдемте, а то папа ждет. Да, папа нас ждет. Запахи здесь такие классные.
Такая красота у нас недалеко от дома, а мы редко сюда приезжаем. Никит, не надо! Это для school dance такой, там танцуют в школе, они все одеваются. А это что-то школьное, да, мероприятие? Ага. А это, я думаю, что не день рождения, такая мексиканцы делают на, когда ты 15, это называется кинсиньера, и они одеваются как на свадьбу. Серьезно? Да. В 15 лет именно, да? Ага. Ну, у нас есть, американцы делают для 16, like sweet 16 называется, а они в 15 делают. А, у них совершеннолетие, да? У нас 16 считается. Так, а это школьное мероприятие, Маша сказала, какое-то. Да, потому что, видишь, они девочки одевают на мальчиках там цветы. То есть каждый себе выбирает пару и дает цветочек, да, на одежду? Да, но мальчики всегда там что-то красиво делают для девочек. Они там спрашивают, такие signs делают им, спрашивают, если они на homecoming хотят. Это такой танцуют там в школе. Кстати, фонтанчики также бросают монетки. Ага. И в России тоже бросают постоянно фонтанчики монетки. Сейчас я смотрю. Тянь, посмотри, вон светится много. Ага. Видно. В основном центики, но иногда бывают и квотеры, и даже доллары я видела. Коль, куда полез? Зачем тебе деньги нужны? Не зачем. Стали ходить. И каблуки свои, да? Это называется homecoming. И во что они переобуваются? В эти круги? Ну, я в таких калоши, что ли? Да. Сняли калоши, поменяли и пошли фотографироваться. Что? Детки в концертных платьях. Ага. Им надоело в каблуках ходить, и они одели у тебя калоши. А, ну, а потом надо фотографироваться, они опять пересняли калоши и пошли фотографироваться на каблуках. Ага. Я говорю шахурме, а мне американцы, что это за слово ты какое-то говоришь? А я говорю, я сам не знаю, что оно означает, я просто его на видео увидел, там какой-то ходит чувак из Средней Азии, а ему говорят, ты что такое ешь? А он говорит, шахурме. А я им показал это видео, а им понравилось, и они теперь сюда, я тоже с утра... Это Равшан и Джумшут. Да, и они с утра мне тоже, я когда прихожу, они, шахурме! Давайте на канале будем вместо привет говорить шахурме. Нельзя, это уже зарезервировано Равшану. Это уже чужое приветствие. В японское место пойдем. Идем в японское место. Соня сначала сказала, пойдемте в японский огород. Здесь где-то церковь, вот этот собор главный. Да, это там звонит, Маш? Католический вот этот собор старинный. Колокола звонят. Смотрите. Вот этот дом очень дорого стоит возле парка. Я думаю, что он очень старый. Считается очень престижно жить рядом с этим парком. Погода у нас шикарная. У нас сейчас самые хорошие деньки. Осень. Ранняя. Пойдем, блядь! Правда? Это как домик! Смотри! Круто! Какая красота! Посмотрите, какие стволы! Наверняка на русском языке что-нибудь написано. Если есть надпись, обязательно на русском языке. Это люди, которые, ну, поженились. Саша тут был. Поженились которые? Которые поженились, а может быть, которые просто любят друг друга. Точно. Никит! Не ломай дерево. Никит, давай, смайл. M&N. Так, русских здесь нет. В беседке в японском саду есть русские надписи. Сейчас, представляешь, если сука отломится, Сонь. Давай, давай, Маш, его, фотографируй его, фотографируй. Вот.
Ого, что это за дерево такое? Интересно, что это за дерево? Так, не надо рвать больше. Идем. Что это за дерево? Кто-нибудь мне скажет? Колючки какие-то. Так, а вот они становятся красными, эти колючки. Так, если кто-нибудь знает, напишите, пожалуйста. Соня! А я ее притягиваю. Тебе нужен очень профессиональный фотограф. Я какой-то фрукт нашла. Ты не просто фрукт нашла, ты дерево поломала. Правда, что это такое? А что внутри? Разломи, что внутри? О, Никит! Никит, куда пошел? Никит, палку поволок. Никита, нет, без нас идет. Да. Фрукт пахнет лавровым листом, а вот этот лист пахнет не лавровым листом, а чем-то специей какой-то. Мам. Если кто-нибудь знает, что это за дерево, что это за фрукт, напишите, пожалуйста. Запах лаврушки, семена какие-то внутри. Да. Даже не лаврушки, а какой-то цитрус, смесь цитруса и лаврушки запах. Да. И они, это, в рент берутся, правильно, эти скутеры? Да, они из Калифорнии там были, потом здесь они появились. Их можно просто в рент берешь, где хочешь, да, значит, да, на станциях, ты да? На телефоне там карточку свою подставляешь, и там ты просто скан делаешь, и сколько минут ты там будешь кататься на карте там будет платить. По конечному результату, как ты уже накатаешься, тогда да, уже да, снимаются да. деньги. Да. Слушай, а почему они здесь, в парке? Здесь тоже где-то недалеко можно взять в аренду, да? Да это вообще-то в даунтауне, просто в даунтауне. Люди вообще-то катаются до суда. Слушай, надо конечно тоже покататься. Ой, я тоже каталась на велосипед. Как или так, на байк. Велосипед. Он тоже электрик, и ты карточку там скин делаешь, и он так, даже тебе не надо... Крутить? Ага. Как мопед, наверное, как да. мотоцикл. 15 центов, одна минута. Ага. Так, это получается, что 10 минут, полтора доллара, да? Сверчки уже. И слушайте, как ты, там красиво. Когда ты все, больше не хочешь кататься, ты просто оставляешь где-то, и кто-то на мап смотрит и там видит, о, тут скутер, я туда пойду. Слушай, а если захотят тут украсть? Их, не могут, не? Потому что надо... У них там trackers. Отслеживание, да? Там мап, и еще надо платить, а потом она работает. Они... То есть он не ездит, да, если не заплатишь? Да, надо карту подсоединить, она не будет ездить, если ты... То есть карту. В любом месте они могут валяться где-то, да, ты захотел да. покататься, берешь, да? Да. А где-то если в лесу бросить, то он может лежать, пока его не отследят и не заберут? Да все там на мап есть, на Google мап есть, где все велосипеды и где все скутеры. И ты смотришь там, если близко какой-то есть, ты просто идешь к нему. Потом... А у тебя есть такой где-то на телефоне? Да нет, мы пробовали. У нам... меня есть. Тебе надо ап такой, а потом нажимаешь. Да? Ага. И тут тебе показывает. Сейчас, окей. Так, это сначала стоимость сразу предлагает, а окей, здесь карты, видишь, где они тут, есть, да? Тут я показывает, что charged. Charged, эта батарейка уже села, тут есть. А, это заряженные, да, да. в виду? От солнца это не... заряжаются они. Я вот здесь нахожусь. И вот где-то один недалеко, да? Ага. Недалеко от нас. И он в использовании, видимо, да? Нет, сейчас. То есть он где-то сейчас находится, просто лежит, и мы можем взять и покататься, да? Ага. Может, найдем? Да, молодец. Надо, там будет аккаунт сделать, like setup твой. По карточку там. E-mail, Gmail. Зарегистрироваться да, уже надо. Да, да, там, да? Мы пришли в японский огород. Японский огород, где много морковки. Здесь такой отдельно огороженный сад, и внутри стерилизован под все японское. И он был проплачен там. То есть спонсирован был японцами каким-то, японской общиной. Вот скутеры лежат, да? Давай, сниму сейчас. Их кто-то оставил, кто сюда приехал, может быть? А, нет, потому что они нет? выключены. Видишь? А. Просто кто-то приехал и пока там... Да. No, потому что... You can take it. То есть можно теперь по городу вот так перемещаться. Заплатил, потом оставил где хочешь. Бросить можно. Слушай, классно придумали. Я думаю, что это будет скоро весь город на таких. Короче, японский огород. Сюда просто приходят отдохнуть, садятся на скамейки, сидят, балдеют. Здесь такие красивые рыбки плавают в этом пруду. Рыбка! Let's go over here! Нет, рыбка плыла!
Ну вот здесь смотри, ванна! Смотри, тут красиво. Ванна! Сон горит. Ванна! Ой, какая толстая! Толстая рыба! Ничего себе! Я что, ее поймаю? Как Лиза говорит, жердяйка! Жердяйка! Я хочу больше поискать. Сегодня ветром нанесло этих иголок сидели, я так вниз это уберут, когда он почищен. Да, это как раз, глянь, даже видно вдалеке рыбу. А вон еще одна белая, видишь? Золотая рыбка. Там две. Одна белая, другая золотая. Вообще тут мало, то есть тут целая стая. Не, может, они наверняка там. Где-нибудь там, сейчас прятались. О, хорошая вода! Ну, она вонючая, понюхай теперь свои руки. Ничем не пахнет. Ничем не пахнет. Нет. Пойдемте на водопад. Вот там беседочка спрятана в кустиках. И там много русских надписей на столе, на дереве. Ой, Сонь! Зачем ты за кубок? Сонь чуть не упала. Бля, след какой оставила без овала. И там много надписей раньше было. Сейчас не знаю, остались или нет. Я Вася или тут был Вася. Да? Ну потом попозже снимем. Ну давай посмотрим. Там вон какой-то человек, девушка, да, сидит, уроки делает. Села возле воды. И на нас как на дураков смотрит. Который снимает который видео. Разговаривает на незнакомом языке. Че, скутеры уже забрали или стоят? Да, забрали. Забрали? Да. Это, видимо, люди сюда приезжали на скутерах, да? Ага. Ну, показывайте. У кого-то, видимо, это... Ты думаешь, что это бриллиантик? Слушай, ограненное что-то, в смысле это вставлено сейчас в эти... Сейчас Никита сковырнет, он же такой ковыряльщик. Да? Пап, дай Никите, он выкрашивает. Это сережка. Я думаю, что это стекло. Ничего. Пошли. Был золотой, стал бриллиантом. Посмотри, падает! Смотри! Падают иголки, ветер дует. Коля, глаз попадет, в глаз попадет. Дождь. Дождь из иголок. Когда только начал работать, и однажды меня, я был на дежурстве, меня вызвали ночью, чтобы я срочно приехал и сделал эко старому человеку. Ну, я приехал, быстренько захожу в палату, этот старик спит. Ну, и так он накрыт одеялом, просто вот так по подбородку. Ну, я ему тихо говорю: «Джон, меня зовут Виктор, сейчас я вам быстренько процедуру сделаю. Вам ничего даже не надо делать, можете просто отдыхать». Он не реагирует. Я думаю, ну, наверное, спит глубоким сном. Ну, а потом я повернулся, чтобы в свою машину, там, смотрю, две стоят медсестры и хихикают. Я им: «Чё, в чем дело, в чем смешного?» Они говорят: «Ты что, не видишь? Ты опоздал». Я: «Что вы имеете в виду?» Они: «А ты не видел, на двери голубь висит? Полетел голубь в небеса». Я говорю: «А, да я-то видел, но в чем дело?» Они говорят: «Человек умер, мы вешаем голубь. Что ты там с мертвецом договариваешься?» Я говорю: «Ну, видишь, я пока доехал, он уже, дедушка, в край родной ушел, поэтому, говорю, Джон, извини, я пошел. Уехал, да». Да я вижу. Пошли, бриллиант. Когда Олег был, тот он. Какая собачка? Бумер. Бумер. Old-fashioned rose garden. А, старомодный. Старомодная розовая огорода. Розовый огород. Розовый огород. Сейчас мы поедем, купим пиццу. Коль!
Это все боярышник. Мам, я самый огромный боярышник в мире нашла. Мы, короче, приехали в даунтаун, запарковались возле университета нашего. Вот это вот все территория университета. Правда, здесь ничего не видно. Мы приехали покушать пиццу. Перешная эту скутер ага. Едет. А, вот они опять. Мам, так, мам, у нас получается мам, видео. Никита, уйди в сторону, уйди. Задавят. Получается, что теперь... Никита, уйди в сторону. Ну, опять сам, едет. Сам, ты как быстро. Слушай, теперь будут все на этих гонять. Ага. Ну, велосипеды, я думаю, что лучше. Лучше? Ага. Мам, дядька упал со скутера. Упал? Упал! Они так быстро гоняют. Слушай, получается, что у нас прям будет видео про скутеры. Круто мы расположились. Что-то ты мисс. А мы есть впервые. Светлана, очень классно вот там, если через мост перейти. Ага. И потом вот там вдоль идти, вот эти вот домики, где все эти классные. Сколько же эти домики стоят, если они в даунтауне? Я даже не знаю, они это или домики, или это сдают их, вот квартиры там. Ну там классно, они с балконами все так и там. Все так классно. Просто одна земля здесь сколько стоит, и чтобы жить здесь очень дорого. Питвен. Так, одна у нас пепперони просто. Другая вот такая вот. Вот кому спрайт. Давай. Стаканчиков нет, в бутылке спрайт разливаем. Классный осенний вечер. Ты красив, видишь, как красиво? Это получается главное здание, да, университета вот это? Или нет? Нет? Здесь их много зданий, но главное где-то, наверное, вот там, Светлана, где Чёрч. Где церковь? Там да, далеко, там, да? За этим, да, вот там. Где. Слушай, такая большая, огромная просто территория университета, да? Да, здесь это университет большой. Сегодня я поеду с домой спать. Ну, я же говорю. Всегда уморился. Можно было бы поехать чай пить, там греться у нас. Там. Что, у вас тепло? Да. Ой, у нас такой дубак дома, кошмар. Давай. Так, вам нужны тарелки? Нет. Зачем тебе тарелочки? Так, ну все, рад был. С Богом. Все, вот, хорошо провели. Погуляли, всем привет. Спасибо. Увидимся. Хоть что-то не туда сел, он же меня возит. Так, все, пока, гайс. С Богом. Ну что, они плохо погуляли? Плохо. Плохо. Нормально, пульнули. Я устала, им пицца хорошая, вкусная. Пицца была вкусная. Так, ну что, до свидания, всем скажем. Я так сильно устал. Дорогие зрители, если вам понравилось наше видео, то... Поставьте лайки! Спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания!